Вот так мы назвали свой фильм, ее словами. Взяли в основу вот, вот именно это событие. Умершие родственники, святые, позвали сегодняшних наших земляков, наших соотечественников в наше время. И что произошло? Произошло соединение времен. Мы попытались в этом фильме ответить на этот вопрос, почему они нас зовут. Для каких событий, для какого времени нам обязательно нужно тоже задавать эти вопросы и искать их для того, чтобы соединиться. А они нам могут очень сильно помочь. Они нам сегодня нужны. А для чего нужны? Давайте посмотрим в фильме. Хорошо? Знаете, очень впечатлило, так тепло стало, даже в некоторых моментах хотелось прослезиться. И девочки, которые рядом со мной сидели, тоже были восхищены фильмом. Все очень понравилось. Фильм очень сильный. Честно говоря, я давно не видела таких фильмов, хотя очень люблю документальные фильмы. Вот фильм именно такой, какой нужен сегодня. Он сочетает в себя и историю, и тема сегодняшнего дня, и вот прям вот сегодняшним днем, это то, что нужно сейчас. Вот сейчас нужны именно такие фильмы. Я еще полностью, наверное, раз несколько еще буду смотреть, но произвел впечатление сильное. Спасибо большое, кто делал этот фильм, кто приложил к нему руку. Всем большое спасибо, Божьей благодати. Очень сильный фильм.